Стороны договорились действительно о многом. Будет развиваться и банковское сотрудничество, и мы будем переходить от простой торговли к более тесным кооперационным связям. У нас есть серьезные планы по приглашению и размещению в Беларуси турецких производств, в частности автокомпонентов. Существуют очень неплохие перспективы по выходу белорусской сложной технической сельскохозяйственной техники на турецкий рынок. Вне всякого сомнения, поддержка с уровня лидеров наших стран будет серьезным фактором, который даст уверенность и турецкому бизнесу, и белорусскому бизнесу, что эти связи серьез и надолго.